тайны мозга. Неисчерпаемые возможности. 70 тысяч лет назад на Земле существовало как минимум 6 разных человеческих видов. Они были малозначительными животными, чье влияние на экологию было меньше, чем у светлячков и медуз. Сегодня остался только один человеческий вид — мы, человек разумный. И мы правим планетой. Юваль Ной Харари. Я Нил Харбисон, и в мой череп имплантирована антенна, которая позволяет различать больше цветов, чем человеческий глаз. Я могу различать цвета от инфракрасного до ультрафиолетового, благодаря вибрациям в моей голове, которые преобразовываются в звуки. Так что антенна позволяет мне слышать цвета. У меня врожденное заболевание под названием ахроматопсия, то есть я вижу жизнь только в сером цвете. Для меня серые и трава, и небо. Я никогда не видел цвет. Нил Харбисон, киборг, художник, киборг-фонд и межвидовое общество. Благодаря этой антенне изменилось главным образом мое самовосприятие. Я считаю антенну не инструментом или гаджетом, а органом. Я не чувствую, что использую технологию. Я чувствую, что я и есть технология. Слияние человеческого мозга и технологий уже началось. Нейробиология и кибернетика объединили усилия, чтобы создать новый вид — киборга. Их первая цель — исправить биологические дефекты. Благодаря имплантации датчиков в мозг, парализованные люди снова обретают способность двигаться. Телепатия или телекинез переходит из научной фантастики в нашу реальность. А проекты 21 века будут осуществляться с помощью интерфейса «мозг-компьютер». Джон Донахью, Университет Брауна, бывший руководитель Центра био- и нейроинженерии в Женеве. Этот микроскопический фрагмент 4 на 4 миллиметра может управлять роботизированной рукой. У одного из наших пациентов был поврежден позвоночник. Человек не мог двигать руками и ногами. Мы смогли связать сигналы его мозга с внешним компьютером, который передавал команды стимулятору, а тот заставлял мышцы сокращаться. То есть стимулятор активизировал мышцы, получив сигнал от мозга пациента. Другая важная задача — это исследование возможности считывать основной сигнал мозга, чтобы использовать его для помощи людям с разными нарушениями. Например, люди смогут контролировать свои приступы эпилепсии. Мы хотим научиться предсказывать их. К примеру, датчик сообщает, что на следующей неделе у вас вероятен припадок, значит, нужно увеличить дозу лекарства. Митио Како, физик-теоретик, городской колледж Нью-Йорка. Телепатия и телекинез — хлеб с маслом для создателей фантастических фильмов, где главный герой или злодей может мысленно общаться с другими. Это называется телепатией. Или может перемещать предметы силы мысли. Это называется телекинезом. Верьте или нет, но мы уже на это способны. Мы можем это делать, связав компьютер с человеческим мозгом. Например, полностью парализованные люди с чипом в мозге могут управлять своим креслом-каталкой, искать информацию в сети, посылать имейлы или печатать на экране компьютера, используя только силу мысли. Руй Кошта, нейробиолог, фонд Шампалимо, Центр исследований неизвестного, Колумбийский университет. Наша группа сначала летала на авиасимуляторе, затем на настоящем самолете, несколько минут управляя им при помощи одной лишь силы мысли. А здесь, в Португалии, мы управляли беспилотником, летая над Обидушем. Так что в широком смысле телепатия и телекинез уже с нами. И в них нет ничего необычного, кроме того факта, что мы смогли управлять этими аппаратами с помощью сигналов мозга. Уже сейчас вы можете свободно купить головную повязку, которая считывает радиоволны вашего мозга. В Японии такую повязку еще снабжают двумя ушками. И когда на вечеринке вы встречаете кого-то, кто вам очень понравился, ваши ушки делают вот так. А когда вы говорите с кем-то очень скучным, то ушки делают вот так.
Так что в Японии вы можете узнать заранее, уйдете вы с вечеринки домой в одиночестве или нет. Тысячи людей имплантируют в свои тела разные устройства, обычно по медицинским причинам. Меньше людей делают это по личным причинам. Но внутри этой группы некоторые делают это, чтобы иметь больше возможностей. Например, чипы для открывания дверей. В той же Швеции тысячи людей используют импланты, чтобы проходить в метро без билетов. Они просто платят прикосновением руки. Но что касается технологий, позволяющих обретать новые ощущения, то их используют очень немногие, потому что все настолько сложно, что люди должны быть готовы морально и психологически к подобному вмешательству. Анастасия Дедюхина, основатель агентства Consciously Digital. Когда я думаю, например, о том, что люди начинают терять зрение, а потом снова обретают его благодаря бионическим глазам, то это просто замечательно. Это один из главных научных прорывов человечества. Проблема возникает, когда мы начинаем заменять те части тела, которые на самом деле работают хорошо, но мы все равно меняем их на протез. Когда я привык к тому, что различаю все видимые цвета, то я не захотел на этом останавливаться. Технология способна различать больше цветов, поэтому со временем я добавил инфракрасный и ультрафиолетовый спектры, и теперь различаю больше цветов, чем обычные люди. Если у нас и правда самый развитый мозг во всем животном царстве, то почему мы не обладаем самыми интенсивными чувствами? Инфракрасное зрение орла, общение с помощью ультразвука, как у летучих мышей, или обоняние тутового шелкопряда, который способен почувствовать запах партнера за 11 километров? Джо Пейтон, нейробиолог, фонд Шампалимо, Центр исследования неизвестного. Ответ кроется в эволюции. Для орла такое зрение необходимо, потому что он парит высоко в небе, пытаясь рассмотреть очень мелкую добычу. Ему нужно невероятно острое зрение. Да, у нас не самые сильные мышцы, не самые острые зубы, не самое лучшее зрение и слух, но мы, вероятно, самые умные. И мы, как никто, умеем адаптироваться и учиться, а также приспосабливать окружающую среду под собственные нужды. На протяжении тысячелетий мы были видом, который формировал, изменял нашу планету для того, чтобы жить лучше. Думаю, в ближайшие десятилетия мы увидим поворот, когда люди начнут видоизменять самих себя для того, чтобы жить лучше. Я считаю это хорошо, потому что чем больше чувств у нас будет, тем меньше нам понадобится изменять нашу планету. Будь у нас ночное зрение, города могли бы оставаться в темноте, ведь нам не нужен дополнительный свет. Для планеты было бы гораздо полезнее, если бы мы не тратили так много энергии на искусственное освещение городов. Развитие нейротехнологии и генетики привело бы к созданию сверхлюдей, обладающих необычайными способностями. Но это палка о двух концах. Вмешательство в процессы, на отладку которых у эволюции ушел не 1 миллион лет, может привести к дисбалансу в человеческом мозге. Джеймс МакГафф, нейробиолог, Калифорнийский университет в Ирвайне. Сможем ли мы создать людей, мозг которых будет обладать сверхспособностями? Полагаю, да. Но если это случится, то за это придется заплатить определенную цену. Возможно, если мы приобретем какие-то новые способности, то в результате лишимся не менее важных старых. Увидим. Алесандро Кастро Калдас, невролог, Католический университет Португалии. Почему бы мне не прикрепить себе на спину пятую конечность, если технология позволяет? Хорошим уроком нам послужит история Икара. Благодаря крыльям, прикрепленным воском, Икару удалось сбежать с острова Крит, но потом он возжелал добраться до Солнца. Поддавшись искушению, Икар поднимался все выше. Солнечные лучи расплавили воск, и Икар упал. То есть я могу вызвать серьезные нарушения, если введу в мозг новый стимулятор или активность, не принимая во внимание механизм гомеостаза, благодаря которому мозг функционирует как сбалансированная система. Альсина Силва, нейробиолог, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес. Эволюция дала нам хорошо отлаженный мозг. И вот мы снова хотим вмешаться и производить манипуляции с нашими генами, чтобы создавать расу сверхлюдей. Ничего не напоминает?
Разве мы не слышали такого раньше? В Европе. Лет 60-70 назад. Я был на одном собрании. Не хочу вдаваться в подробности, потому что мне стыдно, что я там вообще был. Я не знал, какова была настоящая повестка. Так вот, тема этой встречи членов Американской лиги плюща звучала так. Можем ли мы, стоит ли нам усиливать когнитивные функции мозга нормальных, здоровых людей? Я сказал, что мы знаем о нашем мозге настолько мало, что еще рано заниматься тем, что недавно сделали в Китае, где генетическое будущее двух девочек решили изменить. Один ученый был настолько самонадеянным, что решился на манипуляции с их генами, в то время как мы проводим такие опыты только на лабораторных мышах. И опыт показал, что если у мыши изменить ген CCR5, то можно значительно усилить ее когнитивную функцию. Я считаю, что это очень опасно, самонадеянно и в высшей степени неэтично. Как только любая мутация попадет в человеческую популяцию, от нее будет очень трудно избавиться. И мы просто не готовы к играм с геномом человека, которые точно изменят будущее человечества. Технологии развивались параллельно с человеческим мозгом, от орудия из камней до ядерного и биологического оружия. Как и сегодня, когда благодаря научно-техническому прогрессу мы живем дольше, в прошлом нам было легче выжить в схватке со львом, обороняясь копьем. Так или иначе, технологии стали нашими верными спутниками. Все зависит от того, что мы хотим сделать с тем, что у нас есть, и насколько мы становимся зависимы от этих технологий. Иэн МакГилкрист, психиатр и нейробиолог, колледж Грин Темплтон, Оксфорд. Технологии не хорошо и не плохо, они дают нам силу. А сила хороша лишь настолько, насколько мудры те, кто ее контролирует. То есть наделить невероятной силой не самых разумных людей так же глупо, как разрешить трехлеткам играть с пулеметом. Верно ли, что мы уже стали рабами технологий? Есть лишь одна группа людей, которая показывает стабильно высокий уровень счастья на протяжении всех исследований, и этот уровень даже повышается. Знаете, кто это? Это амиши. Амиши — религиозная секта, которая действует главным образом в США. Ее адепты не признают технологий. Я не говорю, давайте откажемся от всех технологий. Я лишь говорю, что интернет 5G, цифровая среда обитания и тому подобное не сделают нас счастливее. От кочевых племен охотников-собирателей к людям, которые целыми днями сидят у компьютерных мониторов. Как достижения общества, которое так быстро развивается технологически, повлияют на человеческий мозг? То, как мы используем технологии, безусловно, влияет на работу мозга. Случалось ли вам постить фотографию в социальных сетях, а потом каждые 5 минут проверять, сколько лайков вам поставили? И знаете что? Это ваш мозг жаждет награды. В повседневной жизни мы не получаем так много одобрения таким простым путем. На самом деле, чтобы получить награду, приходится усердно работать. А значит, в следующий раз, чтобы получить то же чувство удовлетворения, вам потребуется доза побольше, скажем, 10, 15, 20 лайков. И это навязчивое желание особенно сильно влияет на детский мозг. Области мозга, ответственные за принятие решений и самоконтроль, у детей все еще развиваются. То есть у ребенка просто нет механизма, чтобы это контролировать. Префронтальная кора полностью формируется только к 24 годам. Именно этот отдел отвечает за принятие решений, отличает хорошее от плохого и занимается долгосрочным планированием. Теперь мы лучше понимаем, откуда берутся подростковые проблемы. Помимо социальных и психологических факторов, у трудного возраста есть биологическое объяснение. У детей и подростков хуже способность к глубокому мышлению, что делает их особенно уязвимыми в вопросах безопасности. Еще один видимый результат того, как технологии меняют наш мозг, это то, что мы становимся более рассеянными.
Особенно большую лепту вносят крупные социальные сети. Ученые исследовали поведение студентов, которые пытались заниматься на протяжении 15 минут. И знаете что? Они не смогли сосредоточиться на одной конкретной задаче даже на 15 минут. Они все время на что-то отвлекались, переключаясь между задачами каждые 2-3 минуты. То есть мы уже растренировали свой мозг, и он не может надолго сосредоточиться. Теперь мы учим его очень быстро переключаться между задачами. Но вот в чем проблема. Люди не приспособлены к многозадачности. Мы теряем 40% продуктивного времени, мы замедляемся, и мы с большей вероятностью будем допускать ошибки. С развитием новых цифровых технологий мы отказываемся от наших старых привычек, например, от письма от руки. Может ли это негативно повлиять на работу нашего мозга? Большинство руководителей из Кремниевой долины ограничивают время, которое их дети проводят онлайн. Как известно, Стив Джобс не разрешал своим детям пользоваться iPad'ом. Также многие управленцы из сферы IT отправляют своих детей в школы без технологической направленности. Там запрещают пользоваться техникой как минимум до 8 класса, когда ребятам уже по 13-14 лет. И даже потом использование технологий строго ограничено. И на то есть причины. Ведь они хотят, чтобы их дети умели критически мыслить, росли умными и сообразительными, и понимают, что современные технологии вызывают сильнейшую зависимость. Мозг — это адаптивная система, то есть он приспосабливается к нашим потребностям. И если нам больше не нужно писать, то мозг прекратит оттачивать эту функцию, и она постепенно исчезнет. Через 100 или 200 лет у нас вырастет первое поколение, у которого эта область мозга будет менее развитой. И это пугает. Примерно так же мы утратили наши другие навыки. Древние навыки, которыми мы сегодня не пользуемся. Кто до сих пор дерется на шпагах? Разве что спортсмены на соревнованиях. Но в жизни мы этим больше не пользуемся. Педро Кабрал, педиатр-невролог, Центр исследования рефракторной эпилепсии в Лиссабоне. Например, известно, что большие пальцы современных тинейджеров больше представлены в их теменных долях, потому что они пользуются ими для манипуляций с цифровыми системами или игровыми приставками, где задействованы большие пальцы. Замечено, что сегодняшние подростки чаще нажимают на дверной замок большим пальцем, а не указательным. Это очень-очень опасно. Просто оставлять ребенка наедине с гаджетом, а потом ничем это не компенсировать. Умение водить пальцем по iPad'у — это не тот навык, который поможет вашему ребенку выжить лет через 20-30. Это не так. Мы все меньше и меньше задействуем нашу память. Мы все больше полагаемся на цифровые костыли. Но к чему приведет то, что мы все чаще обращаемся не к нашей памяти, а к технологиям? Все мы задаемся вопросом, зачем нам заучивать школьные предметы, если мы забываем их сразу после школы. Есть ли в этом какой-то смысл? Я полагаю, что в ближайшие десятилетия весь интернет окажется у нас в контактных линзах. И кто же первым захочет купить себе контактные линзы с доступом в интернет? Конечно, студенты. То есть в будущем функция запоминания у нас будет менее востребована. Мы должны научить наших студентов думать. Это нельзя сделать электронным способом. Поэтому понадобится наставник для помощи с выбором профессии. Вот каким будет образование будущего. Об этом говорили уже тысячи лет назад. Например, в диалогах Платона. Один мудрец рассказал царю, что открыл великую вещь — письменность, и теперь можно записывать, что люди говорят. На что царь ему ответил: «Ты сделал интересное открытие, ты очень умен, но это плохо для человечества. Ведь если мы начнем записывать наши воспоминания на бумаге, то уже никогда не сможем как следует ими воспользоваться. Память должна быть у нас в голове, а не у нас в карманах. Мы должны накапливать информацию». Научно доказано, и уже давно, что память, творчество и воображение тесно связаны.
Они делят одни и те же группы нейронов и работают в одних и тех же областях мозга. Вот что происходит во время творческого или новаторского мышления. Нейроны, то есть клетки мозга, взаимодействуют друг с другом по-новому. Если мы перекладываем на гаджеты обязанность запоминать новую информацию, то каковы будут последствия? По сути, мы уже передаем функцию памяти внешним носителям. Если мы отдадим гаджетам слишком много своих навыков, то да, это скажется на нашей креативности. Спрашивается, зачем я в детстве запоминал притоки какой-нибудь реки, если я мог просто посмотреть их на карте? Но изучая медицину, я узнал, что артерии как реки, и у них тоже есть название. То есть это та же самая модель запоминания, и она помогла мне развить мой навык памяти. Благодаря ему я научился успешно усваивать новую информацию. Я уверен, что если мы не будем нагружать наши мозги как следует в раннем возрасте, то закроем себе двери к будущим возможностям. Мозг рождается со всеми необходимыми предпосылками для саморазвития. Просто невероятно, как схож процесс эволюции, занявший тысячи лет, с процессом развития ребенка, который в сжатые сроки проходит те же стадии в концентрированном варианте. От ползания до прямохождения, от невербальной коммуникации до умения издавать звуки, а затем произносить сложные предложения. Это история человеческой эволюции в сильно сокращенном виде, снабженная знаниями тысяч поколений, начиная с первобытных племен. Последние 200 тысяч лет были ключевыми для обучения, усвоения и передачи знаний. Вот почему образование так важно. Сюзанна Херкулана-Хузел, нейробиолог, университет Вандербильта. Мы воспринимаем как должное все те знания, которые нам стали доступны. Мы перестали их ценить и практически забыли о том, как это было сложно. Я бы даже сказала, какие колоссальные усилия приложило человечество, чтобы накопить все эти знания, собрать их воедино и переработать так, чтобы они были сразу доступны и полезны для следующих поколений. Подумайте о том, сколько всего мы можем изучать в наши дни. Нам больше не нужно все испытывать на собственном опыте, как предыдущим поколениям, чтобы получить эти знания. Вот зачем нам образование. Достаточно одного поколения, которое не будет ходить в школу, не усвоит базовые основы и не получит все те знания, которые накапливали и передавали из поколения в поколение, и тогда мы все потеряем и вернемся обратно к нашим биологическим способностям. Вот почему мы все должны ходить в школу. Это наш долг перед нашим видом. Еще в прошлом веке мы стали предпочитать техническое видение образования и общества, и как следствие начали обесценивать гуманитарные науки и идею личности в целом. Какова же будет роль человеческого мозга, учитывая новые тенденции? У нас есть левое и правое полушария. И я не хочу, чтобы кто-то пребывал в заблуждении, что мы используем их строго по очереди. Если мы изучим чей угодно мозг, то увидим, что он полностью активен большую часть времени. Разница в том, что мы используем наши полушария по-разному. Левое полушарие склонно изолировать информацию и углубляться в детали, а правое полушарие всегда настороже и рассматривает всю картинку в целом. На самом деле так работает любой мозг, не только человеческий. Млекопитающие, рептилии, амфибии, даже рыбы, черви и насекомые. Все они, по-видимому, могут использовать нервную систему двумя разными способами. Один путь — это сфокусироваться на мелком предмете, чтобы поймать его, то есть что-то схватить, чтобы потом это съесть. И другой путь — использовать мозг для наблюдения за обстановкой, потому что если вы не опасаетесь хищников, то вы легко можете превратиться в добычу, пока ищете еду для себя. Если левое и правое полушария воспринимают реальность по-разному, как они влияют на наши действия в этом мире?
Сегодня мы слишком полагаемся на мнение левого полушария, которое узко мыслит как в категориях масштаба, так и в категориях временного интервала. Оно работает скорее над краткосрочными прогнозами и склонно рассматривать каждую проблему по отдельности. Но дело в том, что почти все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, требуют от нас мыслить скорее широко и рассматривать их в долгосрочной перспективе. И то, видению какого полушария мы больше доверяем, будет иметь серьезные последствия для нашего мира. Это сильно влияет на вещи, о которых нам бы стоило беспокоиться в данный момент. Например, загрязнение окружающей среды, исчезновение видов, изменение климата, отравление океанов. На мой взгляд, мы с вами заложники или становимся заложниками упрощенного, материалистического и механистического видения мира. А значит, неизбежно упускаем из вида вещи, которые действительно имеют значение. Левое полушарие позволяет нам перестраивать этот мир. А правое полушарие позволяет нам понимать его. С этой точки зрения, как общество, мы ведем себя так, будто наше правое полушарие полностью отказало, и мы оказались в заложниках левого полушария. Как же восстановить баланс двух полушарий человеческого мозга? Я думаю, что важной частью образования должна стать возможность для школьников и студентов задавать вопросы обо всех тех вещах, которые, как утверждает наше общество, являются истиной. Убедиться в том, что они на самом деле знают великую историю нашей человеческой культуры. Боюсь, что все это было утрачено в борьбе за воспитание технически подкованных, но необразованных индивидов. Речь освободила дух этого животного вида для творчества, созидания и воображения бесконечного множества миров в пространстве и времени. И все же мы сохранили эмоции наших древних предков-приматов. Это сочетание и есть причина, почему мы — такой высокоразвитый и чрезвычайно опасный вид. Эдвард Уилсон. Мы — это не только мы сами. Мы являемся собой в той же степени, в какой несем ответственность за наши деяния. Мозг привел нас к грандиозным открытиям, но также в нашей истории были действия, которые имели драматические последствия — порабощение, пытки, массовое уничтожение отдельных групп и возведение стен. Неужели это внутренний дефект человеческого мозга? Что-то вроде первородного греха? Можно ли повлиять на человеческое поведение, понимая, как устроен наш мозг? Преступниками часто становятся люди с повреждениями мозга. Поведение психопатов и серийных убийц зачастую объясняется именно дефектами мозга. Значит, они больны? Вероятно, мы должны считать их таковыми. Можно ли их исцелить и перевоспитать? Это один из главных вопросов судебной медицины. Что для этого нужно сделать? Самая сильная эмоция, которая у нас возникает, — это злость. И возникает она в левом полушарии. Наше левое полушарие более, так сказать, асоциальное. Люди с повреждениями правого полушария и те, у кого деменция затронула главным образом правое полушарие, как правило, более эгоистичны и агрессивны, чем люди с повреждениями левого полушария. Если мы сможем понять истоки агрессии и эмпатии в нашем мозге, если найдем биологическую основу социологии, строение общества и человеческих связей, тогда, надеюсь, однажды у нас случится озарение, которое позволит положить конец всему злу, что мы творим. Познать самих себя — это одна из величайших и первостепенных задач человечества. Одной из задач культуры было приручение монстра, который все еще жив и служит нам напоминанием о нашей природе. Антонио Дамазио. И самое грустное, что несмотря на увеличенную кору головного мозга, несмотря на нашу образовательную систему, аграрные революции, технологии и способность даже долететь до Луны, сможем ли мы выйти за пределы нашей эволюции приматов? Удастся ли нам это когда-нибудь? Я очень надеюсь, что да. Склонность к массовым убийствам характерна и для других видов. Например,
наших родственников-шимпанзе. Эту черту мы унаследовали напрямую от мира животных. Некоторые виды тоже способны уничтожать другие виды, способны на воровство и порабощение себе подобных. Но мы зашли в этом гораздо дальше. Мы единственные, кто способен уничтожить не только свою среду обитания, но и собственный вид. Но кое-что все же отделяет нас от зверей. Это способность делать выбор, этические установки, а также свобода воли. Закари Майнен, невролог, руководитель программы изучения нервной системы, фонд Шимпалимо. Главное, что отличает человеческий мозг от мозга животных, это свобода воли. У нас есть способность отступить от своей биологической программы до такой степени, что мы можем сделать выбор, который поможет людям, которые должны быть нашими соперниками, а также распахнуть объятия для видов, которые для нас менее важны, чем наш собственный. То есть самое замечательное в людях — это то, что мы не связаны по рукам и ногам правилами, которые заложила в нас эволюция. Потому что мы, как человеческий вид, обладаем способностью любить, а также способностью разрушать. Антонио Дамазио, нейробиолог, Университет Южной Калифорнии. На протяжении человеческой эволюции появлялось все больше поводов для положительных эмоций, а не для отрицательных. Несмотря на уровень насилия в современных обществах по сравнению с каменным веком, в 20 веке мы наблюдаем, что количество насильственных смертей снизилось на 90%. В 21 веке от диабета погибает больше людей, чем в результате войн и преступлений. У современного человека вероятность быть убитым в 10 раз меньше, чем у тех, кто жил в каменном веке. С другой стороны, еще 50 тысяч лет назад неандертальцы заботились о стариках и больных, демонстрируя проявление самого мощного химического коктейля, который образуется в человеческом мозге — любви. Генри Маркрам, нейробиолог, руководитель проекта Blue Brain. Мозг — это не волшебная коробочка, в которой разные вещи возникают будто из ниоткуда. Это механизм. Это комбинация множества элементов, которые взаимодействуют. Можно представить себе любовь как идеальное сочетание, при котором самые лучшие вещи собрались вместе. Человеческое тело, планета Земля, наша Вселенная и материя состоят из 118 химических элементов. 99% нашего тела состоит из 11 элементов. Самый распространенный элемент в нашем теле, как и на всей Земле, — кислород. 70% нашего тела, как и Земля, состоят из воды. Когда температура повышается всего на 2 градуса, наше тело заболевает, как и наша Земля. Кроме водорода, который появился в результате Большого взрыва, остальные элементы создали звезды. Если в человеческом мозге столько же нейронов, сколько звезд в Млечном пути, если величайшие загадки природы — это разум и Вселенная, если мы — дети звезд, то может ли человеческий мозг быть ключом к чему-то более масштабному, чем мы сами, к самой Вселенной? Я думаю, это логично. Раз мы являемся продуктом Вселенной, то вполне вероятно, что множество аспектов Вселенной находят отражение в нашем мозге. Я думаю, что мозг обучается как орган, который научился работать по образу Вселенной. Но, конечно, подражание Вселенной ограничено тем, как мы ее понимаем. Каждый день природа разбирает и собирает нас заново. Джаред Даймонд. Влад Каведрал, физик, Оксфордский университет. Мы все созданы на базе углерода, как и вся жизнь на Земле. Но я считаю, что все сходства не случайны. Это факт, что Земля во многом ведет себя как живой организм, у которого есть своя динамика и свой баланс. Я думаю, это просто следствие основных законов физики, и считаю, что мечта ученых — это понять Вселенную, ее устройство и законы от малого к большому. Если нам это удастся, мы сможем жить в гармонии с природой. Музыка — единственная парадигма, которая способна объяснить огромное разнообразие форм материи, которые мы видим во Вселенной. Давайте примем элементарную частицу за ноту. Музыкальная нота на тонкой вибрирующей струне. А что есть физика? Физика — это гармонии, которые мы можем играть на музыкальных струнах. А что есть химия? Химия — это мелодии, которые мы можем сыграть на взаимодействующих струнах. А что такое высший разум?
Это то, что Эйнштейн искал на протяжении 30 лет для своей теории. Что есть высший разум? Это музыка космоса, которая находит отклик во Вселенной. Вот что такое высший разум. Нам известна лишь крошечная доля процента от всего разнообразия молекул и энергетических волн, которые движутся вокруг нас и внутри нас. Но нас объединяет одна особенность. Мы настоящие машины времени. Даже действия, которые мы совершаем неосознанно в повседневной жизни, требуют, чтобы мозг рассчитывал время. Но время само по себе и время, каким его воспринимает наш мозг, разве это одно и то же? Иногда нам кажется, что время идет медленно, иногда, что оно ускоряется. Так же, как и цвета в физическом мире выглядят не так, как мы их воспринимаем, так и время — это продукт человеческого восприятия или все же подлинная характеристика внешнего мира? Дин Буанамана, нейробиолог, Калифорнийский университет Лос-Анджелес. Определение времени вызывает споры среди ученых. В ходу известная шутка. Я знаю, что такое время, пока кто-то не попросит дать ему определение. На практике большая часть нашей жизни регулируется часами. Значит, время — это то, что измеряют часы. Но такой ответ не удовлетворяет, потому что физики часто считают время одной из фундаментальных частей Вселенной. Оно в ее ткани. То есть время и пространство — это два главных измерения Вселенной. А для нейробиологов время — это что-то вроде сцены, на которой вещи изменяются. Это сцена, на которой разыгрывается сама жизнь. Если мы находимся в ситуации, которая складывается лучше, чем мы ожидали, и наше решение прекратить то, что мы делаем, и переключиться на что-то другое, зависит от того, сколько времени по-нашему уже прошло, то мозг может обмануть нас, заставив думать, что прошло меньше времени, чем на самом деле, чтобы мы продолжали свое занятие еще немного. И наоборот, если ситуация видится пугающей или негативной, то мозг обманывает нас, заверяя, что прошло уже больше времени, чтобы мы прекратили это занятие и переключились на то, что для нас лучше. Мозг часто играет с нами в игры, и порой мы и правда не знаем, что происходит. Наш мозг все время корректирует время, а также обрезает и склеивает информацию, упрощая и сглаживая ее, чтобы нам было легче интерпретировать окружающий мир. Так что мозг — это машина времени, которая хранит информацию о прошлом, чтобы предсказывать будущее и помочь нам в этом будущем выжить. Одним из самых важных технологических прорывов нашего вида стало изобретение сельского хозяйства. Сама идея того, чтобы посадить семена сейчас и получить еду через год, это действие требует мысленного путешествия во времени, то есть люди должны представить себе это будущее. Это именно то, на что большинство животных не способно. Когда ребенок представляет, кем он хочет стать, когда вырастет, или когда взрослый планирует, что будет делать на пенсии, они используют уникальную способность человека путешествовать во времени и делать прогнозы. Но внутри мозга есть самые разные типы часов. На протяжении эволюции человека или эволюции млекопитающих ни одно животное никогда не добиралось, допустим, из Америки в Португалию за один день. Такое путешествие заняло бы много недель или даже месяцев. То есть вам не нужно было быстро переводить свои внутренние часы. Но сегодня, благодаря авиации, мы можем пересекать разные часовые пояса с большой скоростью. Но у мозга просто не развились механизмы, чтобы так быстро переводить часы. Поэтому возникает несоответствие между внешним временем и внутренними часами. Мы чувствуем, что плохо соображаем, что у нас меньше сил, а память нас подводит. Все это — следствие нарушения суточного ритма организма. Люди неизбежно зависят от времени.
Понимание того, как наш мир развивался на протяжении миллионов лет, усугубляется страхом смерти. Тот факт, что мы теперь проживаем более долгую жизнь, не позволяет предсказать, как это отразится на будущих обществах и человеческом разуме. Есть одно знаменитое высказывание Хорхе Луиса Борхеса, который отмечает, что все животные бессмертны, кроме людей, потому что только люди знают, что они умрут. Мы испытываем множество очень сильных чувств. Любовь, ненависть, сострадание, прощение. И все они так или иначе связаны с фактом, что мы знаем, что однажды умрем. Лично мне интересно, если продолжительность нашей жизни еще значительно возрастет, изменится ли в результате наше поведение? Будем ли мы меньше переживать по поводу каких-то вещей? Станем ли чаще рисковать? Будем ли более активными и безрассудными, зная, что все ошибки можно исправить? Я полагаю, что человеческое поведение изменится коренным образом с такими возможностями. Это как если бы каждый из нас, каждая из наших клеток и все существующие клетки были бы клетками одного гигантского всеобъемлющего организма, который появился около 14 миллиардов лет назад и продолжает существовать. Антонио Дамазио. Где находится человеческий разум относительно Вселенной? Ответ довольно прост. Он должен быть очень-очень умной частью этой Вселенной. Мне понравилось высказывание английского комика Питера Кука, который сказал: «Когда я выхожу на улицу и смотрю на эти бесчисленные звезды, я осознаю, насколько они неважны». Гениально, потому что он указывает на то, что на самом деле это не важно, и что это нас никак не умаляет. Так что наше сознание — это вовсе не какая-то мелочь в этом мире, а на самом деле часть того, что и составляет весь этот космос, который мы видим. Нашей Вселенной без малого 14 миллиардов лет. Она невероятно старая. И наш вопрос — почему? Почему наша Вселенная оказалась такой старой? А причина в том, что именно столько времени заняло создание нашего разума. Наш разум — это самая сложная сущность во всей Вселенной. Вселенная создала мозг, чтобы позволить ему видеть ее и осознавать. Генри Маркрам. Любопытно, что на конечном этапе эволюции Вселенной никто в этой Вселенной не знает о ее существовании, а потом человеческий мозг эволюционирует, и вот уже кто-то знает, что Вселенная существует. Интересная тема для размышления. Мы не узнали бы о существовании Вселенной, не будь у нас мозга. Две величайшие научные загадки — это прежде всего происхождение самой Вселенной. И вторая загадка — это происхождение человеческой мысли и сознания. К тому моменту, когда мы осознаем наши решения, они уже приняты нашим мозгом на 0,3 секунды раньше. Отсюда возникает вопрос, что такое свобода воли? Почему мы совершаем тот или иной выбор? Как сочетание электрических импульсов и химических субстанций запускает наше ощущение идентичности, наше эго? Эти вопросы пока остаются без ответа. Известно, что сознание не сосредоточено в какой-то определенной области мозга, и что оно рождается в результате взаимодействия мозга и тела, внутреннего и внешнего мира, а также памяти. Но закулисье этого процесса по-прежнему остается загадкой. Самая большая загадка мозга — это как какой-то невнятный комок серой субстанции каким-то образом определяет качество нашей жизни. И мы не имеем ни малейшего понятия, как. Никто не знает, что бы люди ни говорили.
Они могут ссылаться на какие-то любопытные механизмы, но потом наступает момент, когда вы просите их перейти от этих механизмов к самому опыту познания, и тогда слышите избитую фразу, а в этот момент происходит чудо. Я думаю, что сознание по-прежнему остается величайшей загадкой, потому что, чтобы дать ему определение, мы говорим, когда вы в сознании, ваши нейроны взаимодействуют между собой через синапсы. Но это все равно не объясняет, откуда берется наше сознание. Ведь без него мы бы даже не знали, что существуем. Без сознания мы, возможно, реагировали бы как роботы, но при этом не знали, что существуем и что Вселенная существует. Я думаю, что сознание можно сравнить со священным Граалем. Как эти расчеты ведут к самосознанию, которое, в свою очередь, ведет к решению проблем, вот это гораздо сложнее, чем все, что нам доводилось видеть. И как это происходит в нашем мозге? Взаимоотношения между разумом и сознанием людей, а также мозг как физическая система, я считаю, что для ученых это остается тайной. Вероятно, это самый важный вопрос. Сознание во многих смыслах кажется волшебством. Сама идея, что у нас есть нечто, сотканное из той же материи, из которой состоит, к примеру, растение, то есть из углерода, кислорода, водорода и молекул азота, и что из этой материи в нашем мозге образуется система, которая позволяет нам чувствовать, ощущать боль, наслаждение, любовь и ненависть, а также творить. И как это нечто возникает в физическом мозге, это, конечно, величайшая тайна не только для нейробиологии, но и для всех наук, включая философию. Это нечто столь естественное и простое, что лучшее, что мы можем сделать, это почтительно улыбнуться и насладиться гениальностью этого процесса. Антонио Дамазио. Мозг — это источник всего, что нам дорого. Всей культуры, искусства и литературы, философии и смысла наших жизней. В общем, всего, что связано с нашим мозгом, потому что только он ответственен за наши мысли, чувства, культуру и все остальное. Мозг видоизменяется под влиянием всех людей, с которыми нам довелось столкнуться. Мы несем их в себе. В каком-то смысле мы держим в сознании понемногу от каждого, с кем встречались. Так что у мозга всегда будут тайны. Он эволюционирует и меняется, даже пока мы говорим. Даже если вы смотрите этот фильм, мозг меняется, чтобы переварить информацию, которую вы слышите. Поэтому я считаю, что тайны мозга неисчерпаемы. С того момента, когда наука всерьез заинтересовалась мозгом, его сравнивали с самым совершенным механизмом каждого века — с паровым двигателем, с распределительным щитом, компьютером и, конечно, с интернетом. Человеческий мозг — это все эти вещи и гораздо больше. Это самообучающийся механизм, который способен изменять себя в соответствии со своим влиянием на мир и с влиянием мира на него. Это уравнение, из которого мы пытаемся понять, каков вклад мозга в построение человеческого общества и роль человеческих изобретений в развитии самого мозга. Мы до сих пор ощущаем совершенно естественную потребность жить вместе с другими людьми и тесно с ними сотрудничать, совсем как наши предки. Это был один из ключевых факторов, который позволил нам оказаться там, где мы есть. Наш мозг — это и есть мы. Без нашего мозга мы были бы не более чем статуи. Режиссер Антонио Жозе де Алмейда. Автор сценария Анабелла Алмейда. Музыка Карлос Мария Триндаде. Операторы Жорже Афонсо, Мигель Родригес. Фильм озвучен студией СВДубль по заказу ВГТРК.